Отже, друзі, ми рухаємося далі і прямо зараз поговоримо з нашим ранковим гостем, але перед цим хотілося б подати вам актуальну інформацію, чому обрали ми саме цю тему. Справа в тому, що житель Львова помер від лептоспірозу після купання в озері. Потерпілий підхопив інфекцію в одному з водойм Тернопільської області і довго займався самолікуванням. До речі, для довідки, в Україні за 8 місяців поточного року зареєстровано 164 випадки цього захворювання. Тому далі поговоримо про лептоспіроз та кір із нашим ранковим гостем. Радий представити гостя нашої студії, завідувача другого інфекційного відділення Миколаївської інфекційної лікарні Ігор Володимирович Пашков. Доброго ранку вам. Доброго утра. Дякую, що ви з нами. Дійсно, весьма така актуальна тема на сьогодні – це корь і лептоспіроз. Корь, я так розумію, що вже по чуть-чуть відходить, але вначале все-таки ми повинні об этом, наверное, теж сказати, тому що це таке сезонне заболівання, яке завжди страшить всіх в період останніх місяців літа і початку осені. Вы знаете, я вам скажу даже более. Тема инфекционных заболеваний, она сейчас настолько актуальна в наше время, что умолчать и не сказать населению о данной проблеме, ну, это будет неправильно. Поэтому корь, вот мы сейчас будем говорить, да, о коре, это действительно очень такое заболевание инфекционное, будем говорить, страшное. Я не хочу никого пугать, но она действительно страшная, чем своими осложнениями. Но если взять статистику по данным Минздрава, значит, на 17-й год корью заболели 473 человека. Ну, эти данные там июнь-июль, что это сезонное заболевание. Вот. Что практически удвоило число заболевших с начала 17-го года, то есть до 970 заболевших. Больше всего людей заразились корью, это Ивано-Франковская область и Одесская область, вот все мы об этом наслышали. Большой, да, бум был, и очень закрывали большой. Там школы и так далее, не пускали в детские сады. Совершенно верно. А всего за последние полгода в Украине произошло около 15 вспышек кори, которые поразили половину областей Украины, в том числе и город Киев. Угу. Что касается Николаевской области, по статистике корь у нас встречалась, это Братский район и Арбузинский, ну и сам город Николаев. На лечении в нашей инфекционной больнице взрослый. Сейчас говорим про взрослую, потому что я являюсь врачом-инфекционистом взрослым. У нас находилось на стадии лечения 5 человек. Слава Богу, все... Живы-здоровы, все дома уже, да? Все дома, да. Ну, хочется сказать, что более 70% заболевших – это дети, дети и подростки. Вот, то есть это более 700 человек. С чем это связано? Связано это с тем, что все-таки есть низкий охват иммунизации детского населения, то есть не вовремя была сделана прививка в связи, не побоюсь, отсутствием ее, вот. Что является очень большим на сегодня вопросом. То есть иммунизация... На сегодня вакцина есть или нет? Дело в том, что была, поскольку я проинформирован, она была. Вот. А хочется сказать телезрителям, что все-таки должны обращаться к педиатрам, в первую очередь к своим вот, участковым, становиться на очередь, и если нет противопоказаний к назначению, прививаться. Если мы говорим об этой вакцинации, это ежегодная вакцинация или раз в какой-то период? Нет, это не ежегодная. Это согласно календаря прививок, она делается две дозы, первая в 12 месяцев, другая в 6 лет, ну, ревакцинация. Вот. Ну почему нужна прививка? Объясню. Все-таки имеем статистику неутешительную. Вот мы взяли Одесскую область, то в этом году, к сожалению, было два летальных исхода. Маленькие детки, которые, к сожалению, погибли. У нас также есть в Фейсбуке, буквально вчера вечером, знаете, когда готовишься к эфиру, весьма постоянно попадает именно эта информация. Наша зритель, телезрительница и, соответственно, участница некоторых там рубрик, Анна Шаловинская, весьма разочарована, как она пишет в Фейсбуке. А, но почему такие же безалаберные и наглые? Приходит дитя со школы с окрестком бумаги. Срочно сделать прививку ДИФ плюс полио плюс КПК. Во-первых, что это такое? Почему срочно? И постановка вопроса тоже интересует. Вопрос к вам. Вот ДИФ, полио и КПК. Нужно ли вот так комплексно все это делать сразу за разом и прямо сейчас? Дело в том, что есть комплексные прививки, опять же, для того, чтобы назначить ее, в первую очередь, нужно обратиться к иммунологу, нужно обратиться к специалисту. И если нет противопоказаний к ее назначению, то есть ребенок должен абсолютно быть здоровым. Вот, если человек, ребеночек, да, или там
взрослым, мы сейчас говорим вообще про любую прививку, переболел, нужно этот период перенести для того, чтобы не было осложнений. Вот. А неся, сломя голову, вот сейчас прививаться, ну, это, то есть неправильно. Смысла нет. И вот самое интересное... Нет, нужно оценить правильно ситуацию. А вот в этот период, скажем так, осенью, когда большое количество там ОРЗ среди детей и так далее, стоит ли делать вот эти вакцины все-таки? Или лучше это какой сезон для этого лучше выбрать? Не, ну все согласно возрасту ребенка и периоду. Опять же, в осенне-зимний период лучше ребенка насыщать, вот летний период, да, витаминизировать. И одна из профилактики по заболеванию кори – это является витаминопрофилактика. И на сегодня, если брать корь, то специфического лечения вообще не существует, только профилактика, да, иммунопрофилактика. И согласно данных ВОЗ, то предотвратить риск смертности, вот так пишет источник, это насыщение витаминами группы А, бета-каротин и С. А если говорим все-таки вот еще один как бы вопрос, да, исходя из вопроса зрительницы, а вот эти прививки ДИФ плюс полио плюс КПК, она идет комплексно или это три прививки подряд? Ну, есть комплексные и есть разобщенные прививки. Угу. То есть это будет уже вариант, скажем Конечно, так. Конечно, какая поступила именно в согласно ну, календаря прививок и по бюджетным средствам, которые поступило. Я понял. А, то есть, друзья, не спешите, оценивайте правильно ситуацию в любом случае. Это если говорим сейчас о кори. Но есть у нас еще одна тема, это лептоспироз. Тоже хотелось бы об этом поговорить, потому что вот один летальный исход уже есть во Львове, в Ивано-Франковске тоже тяжело больной человек есть один. А, то есть, я так понимаю, что это заболевание, скажем так, корь отходит, лептоспироз приходит. Ну, вы знаете, вообще нужно инфекционную патологию ждать всегда. То есть мы не можем сказать, что вот летом мы ожидаем или весной корь, а лептоспироз мы ожидаем там, осенью. Есть определенная сезонность. Это сезонное заболевание, это острое инфекционное заболевание, лептоспироз. Оно тяжелое заболевание. Они болеют как и животные, так и люди. Но вот если заразиться, каким образом можно? Заражение происходит через повреждение кожных покровов. Вот, когда лептоспира попадает, как буравчик, попадает, внедряется в механически поврежденные кожные покровы и начинает активно размножаться, приводя к высокой интоксикации, поражению клубочкового аппарата почек, приводя к острой почечной недостаточности, ДВС-синдрому, геморрагическим осложнением, ну и поражением сердечно-дыхательной системы. Но это в том случае, скажем так, если заниматься очень долго самолечением дома и не обращаться к врачам. Вы знаете, в данных случаях вообще, что касается кори и лептоспироза, не советую ни в коем случае не заниматься самолечением. При, например, кори, да, есть симптоматика, это высокая интоксикация, то есть это надо сказать, это высокая интоксикация, это конъюнктивит. При коре всегда будет выражены катаральные явления, кашель, да, насморк, появление коревой энантемы, то есть появление высыпаний на твердом мягком небе, появление высыпаний, поэтапность появления высыпаний, пятнистых, не склонных к слиянию на кожных покровов. То есть вот должны бить тревогу, да, обращаться к специалисту, ни в коем случае не заниматься самолечением, потому что корь, она опасна осложнениями, очень сильными осложнениями, которые могут привести впоследствии к летальному исходу. Что касается лептоспироза, конечно же, если нужно хорошо собирать анамнез, да, у больного, при появлении клиники, при появлении высокой интоксикации, при появлении, то есть температура за 40, высокие цифры, основной патогонемоничный симптом – это боль в икроножных мышцах, причем в покое. Это очень резкая боль в поясничной области. Значит, появление желтухи, да, окрашивание склер желтым. Сначала много мочи, а потом, да, олигоурия, а потом вплоть до анурии. Человек должен обращаться к специалисту, не заниматься ни в коем случае самолечением, потому что это все может привести. Если мы говорим о все-таки лептоспирозе, то от кого, скажем так, можно получить вот этот вирус? Это не вирус, это бактериальная, да, да, инфекция. Значит, где в основном, кто может и заразиться? Это люди, которые занимаются рыбалкой, да, рыбаки. Вот. Поэтому одна из профилактик – это заходить в воду, в водоемы, стоячие водоемы, это река, там, пруд,
где вода стоит, да, нету ее циркуляции, про резиновом костюме, вот желательно. Это люди, которые занимаются сельхозработами, потому что больные животные могут тоже передавать. Конечно, конечно. Это контаминация пищевых продуктов экскрементами грызунов. Вот. Ну, если мы говорим о самом уже лечении на стационаре, насколько я так понимаю, как долго это длится и, соответственно, насколько потом это отразится на здоровье или можно излечиться 100%, скажем так, и чувствовать после этой болезни себя весьма полноценным человеком? Вы знаете, тут все зависит от степени тяжести поражения. Я еще раз как бы так делаю акцент, что это тяжелое заболевание инфекционное, которое поражает почки, которое приводит людей к инвалидизации, в последующем может привести к развитию хронической почечной недостаточности, в лучшем случае, если человек выживет. Поэтому говорить о сроках, чем раньше человек обратился, тем, естественно, будет меньше вот этот период нахождения в стационаре. Чем уже больше каскад да, запустил механизм вот этот инфекционный, то есть запустил уже необратимые изменения, то, естественно, вот так, пребывание друзья, в стационаре будет. Вот так, друзья, в первую очередь всегда помним о том, что здоровье на первом месте. Вам спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли в студию, проинформировали спасибо, по поводу кори и лептоспироза. Вам, друзья, желаем всегда быть здоровыми и оставаться с новым днем.